В нашем городе «Лыжня России» проходит уже около 10 лет. Традиционно в ней принимают участие воспитанники детских садов, школьники, студенты, военнослужащие, работники муниципальных и коммерческих предприятий, сотрудники ВНЕФ и все любители зимних видов спорта. Для каждой возрастной группы своя дистанция от 500 до 2019 метров. Участников ожидают номера, традиционно шапочки, обеспечиваем сертификатами участника Всероссийской массовой лыжной гонки и, конечно, сладкие призы. «Лыжня России» в Сарове пользуется большой популярностью. Горожан. По статистике, ежегодно она собирает от 3 до 5 тысяч участников. В этом году впервые организаторы решили провести брендовый забег на 2 километра с участием представителей предприятий города. В команде 10 человек, но здесь уже фантазия самого руководителя предприятия, самих участников, то есть единые формы или там что-то, они должны придумать бренд своего предприятия, своего учреждения, и, соответственно, они должны в этом бежать. «Лыжня России 2019 пройдет в эту субботу, 9 февраля. Массовые забеги начнутся в 12 часов, торжественное открытие назначено на 14 часов. Обращаю внимание, что в этот день с 9 до 15.30 будет перекрыто движение автомобилей, кроме общественного транспорта, на улице Академика Харитона в районе лыжной базы. Екатерина Апенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.